В данном видео вы услышите следующее. Правящая партия Грузии отказалась сотрудничать с оппозицией. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну что, приступим. Правящая партия «Грузинская мечта» отказалась совместно с оппозицией работать над стратегией вступления в Евросоюз и от совместной поездки в Брюссель. Об этом 29 марта заявил в парламенте депутат, лидер партии «Стратегия строителя». Чтобы Европа по-другому смотрела на Грузию, нам нужно продемонстрировать единство. А вы говорите, единства нет. Любая политическая сила, любой человек, создающий образ врага внутри страны и не желающий предпринимать шаги к единству, в данном случае является врагом своего собственного государства Грузии, заявил Вашадзе. Он назвал мечту основным препятствием на пути евроинтеграции Грузии. По мнению депутата, власти должны предложить оппозиции варианты сотрудничества. Вашадзе заявил, что еще не поздно разработать совместный план. Стоит отметить, что самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» резко критикует мечту за отказ присоединения к санкциям. Неформальный лидер ЕНД, бывший президент Михаил Саакашвили, из этого призвал свергнуть грузинское правительство.